Что ж, народ, добро пожаловать на обзор игры Elden Ring. Это огромный мир с открытыми полями, множеством ситуаций и гигантскими подземельями, где сложные трехмерные конструкции сочетаются воедино. Путешествуйте, преодолевайте смертельные опасности и радуйтесь успехам. Игра стоит 4000 рублей. И что же нам предлагают за данную сумму? Давайте-ка пройдемся. Наличие русских субтитров. Ну, спасибо хоть за это, а то ведь могли бы и без русского оставить-то вообще. Отличнейшую оптимизацию. Да, такое я где редко видел, но оптимизация здесь на высочайшем реально уровне. Графика и спецэффекты тоже на хорошем, приличном даже уровне, могу сказать. Ну, твердая четверочка. Игра не фризит, идет плавно, сюжет есть. Но игра вообще-то очень похожа на Dark Souls. Ну, в принципе, это не так столь важно. Игра-то другая. Боевка. Ну, тут все прекрасно. Особенно, блин, у мобов. Быстрые, четкие удары. Подкаты, перекаты. Но у вас все замедлено, как будто в два раза. Зачем это сделано? Отвечу, для сложности игры. Скорее всего. Да, в этой игре самые дерьмовые подкаты и увороты, какие я только видел. И, к примеру, если взять Ведьмака или Блэс, Юнкрейсит, то там подкаты нормальные. В данной игре основное сражение с боссами. А с такими, простите меня, движениями персонажа, даже по сравнению с боссами, именно по сравнению с боссами, это просто ужас. И это все вам предлагают за 4000 рублей. Да, еще плюс могу отметить, что в игре очень много повторяемых боссов и мобов. Исходя из всего этого, я могу прикинуть, что стоимость данной игры максимум 1000 рублей. Да и то только за оптимизацию. Игра, честно говоря, чистая халтура. Это можно сказать однозначно. Мне просто это удивило. Скорее всего, я за это получу много негативных отзывов, потому что людям, заплатившим такими деньги, просто их жалко. Да, мне тоже жалко. Я, в принципе, буду за игрой наблюдать, ждать, пока они не сделают более-менее нормальную. Но персонаж здесь прыгает и делает подкат, как будто я не знаю. На него цементные трусы надели, блин. Это просто какой-то ужас. Знаете, за 4000 рублей... Я говорю, вот Ведьмак и Blessing Creation. Пусть возьмут две игры хотя бы вот эти. Вот там подкаты какие. Там реально подкат это уворот от ударов. А здесь я даже не знаю, что сказать. Попробуйте, в принципе, скачать альтернативную версию и посмотреть. Сами все поймете.